Ma o'zbek, mana ona tilim o'zbek tilida. Men xohlaymanki, mening barcha sud ishlarim va suhbatlarim o'zbek tilida olib borishini. Bu Estoniya inson huquqlaridan shuni so'rab qolamanki, mening barcha ishlarimni o'zbek tilida olib borishlarini va bu mening inson huquqlarim oyoq osti qilinganiga qarab turmasliklarini iltimos qilaman. Menga yordam, amaliy yordam berishlarini iltimos qilaman. Спасибо, Азов. Романовский, а как будет еще добавить что-то для этого, или это все хватит? Хорошо, вот эту информацию я смогу предоставить журналистам в интернете выложить на YouTube-канале? Да, вы можете. Я разрешаю Романовский представлять мои интересы. Вы сюда, средства массовой информации. Я разрешаю. Все, спасибо. Давай сюда этого. Азим пока не готов, по-моему. Он категорически спас. Приветствую. Алло. Романовский, здравствуйте. Привет. Привет. Как дела? Полное имя и фамилия твоя? Аликулов Саид Азимович. Аликулов? Саид Азим. Число год рождения? Месяц год рождения? 30.07.68. 30 июня у тебя день рождения был? Июль. Июля? Да, 07. 86 года рождения? Да. Уроженец ты Узбекистана? Да. Дизак область. Поселок? Нет, просто. Ну как деревня называется-то? Юг Ипак Юлы. Хорошо. Ты голодаешь сколько дней? Сегодня 21. 21 день сегодня голодовки. Как у тебя самочувствие? А плохо, серьезно, я сейчас спать. А нет, что? Нет, только я спать немножко. Ты целыми днями, получается, сейчас просто лежишь и стараешься ничего не делать? Да, только я спать, только вода пить, все. Воду пьешь, а чай пьешь какой-нибудь там? Да, это зеленый чай. Чай пьете, да? Да. Голодовку объявил в связи с чем? Что? Ну, почему ты объявил голодовку? Какая причина? Я здесь ничего не сделал. Зачем здесь сидишь? Я тюрьма здесь, все разные. Чего сделаю? Эстония. Так, почему тебя держат в тюрьме? Вот. И ты что хочешь, добиться этой голодовки? Я свободный хочу, серьезно, у меня проблемы нет, я хочу здесь свободный. Ты хочешь быть на свободе? Ты не преступник? Да. И голодовку ты объявил? Голодовку ты объявил в связи с чем? Романовский, он что-то недопонимает. Что ты сейчас сказал ему? Я спросил его, почему он объявил голодовку? Что там какие-то права нарушают или что? Да. Он говорит, научен сам голодовку объявить холодным дебт. Научен, а что же холодным дебт? Сам ухлану бузган учим ему дебт, а? Да, мне община сделает, да. Мне первый суд, я спрашиваю, это пирочек мне не дал, это пирочек. Там я сказал, что у меня здесь Сталин знакомый, родственник, я пускаю, он меня гарант всем обеспечит эту квартиру, питание. Он тоже не смотрел это тоже, я написал через это заявление.